Здесь у нас старшина вообще разошелся, пиздец, блядь. Телевизоры на мародерил, машинки стиральные, гриль там, блядь, охуевший за 250 тысяч. Ну, короче, все, все гребет, блядь, себе, блядь. Я тебе еще раз говорю, не мы заберем, так другие, блядь. А мародерство у нас Путин разрешил. Ну, ввели же указ на мародерство. То есть это не, ну, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин же разрешил, да. Указ давал, что мародерство разрешено во время боевых действий. Берцы себе замутил хохляцкие. Да. Ну, украинские, армии Украины. Вот я сижу в этих берцах, они, знаешь, как чешки ебать. Ну, просто чешки. Угу. Легкий пиздец. А возьми наши уставные, блядь, они по 2 килограмма берет весь, блядь. У них, во-первых, нога потеет, а эти продувают, у них там, блядь, с вентиляционной тканью, блядь, ну охуенные эти соты. Ну, у меня цель себе намародерить за командировку плитник. Ну, плитник — это бронежилет, только упрощенный и дорогой. Вот берцы я себе уже намародерил, нашел. Берцы есть, осталось форму найти нормальную, ну, мультикам, качественную.